Всем привет! Вы на канале «Поехали с нами» и у нас обзор отеля «Prestige Deluxe» отель «Аквапарк» в Болгарии «Золотые пески». Отель 4 звезды, находится на второй линии, вот в таком месте, почти в парке. Если вы посмотрите в ту сторону, то там будет остановка автобуса, на котором вы можете доехать в Варну. Золотые пески находятся недалеко от Варны. В отеле есть большой корпус, лобби. Здесь уже приезжие. Достаточно приятно находиться. Здесь работает Wi-Fi. Wi-Fi работает и в номерах также, но на лобби работает лучше. Есть бар, место для того, чтобы посидеть. Сейчас утром рано, поэтому еще никого нету. Здесь у нас ресторан. Отель работает по концепции «все включено». А также завтрак, обед и ужин, так как вам будет удобно. Можно выйти на такую террасу. Здесь столики, качелька. Ну вот с той стороны мы зашли. И номера. Также отсюда можно выйти из ресторана. Вот там ступеньки, и там выход из ресторана. Думаю, если в ресторане все занято, можно выйти на улицу покушать. Да, там вход в ресторан. Вот если идти туда, то мы с вами выйдем к морю. Но пока мы к морю не идем. Здесь вечером сидят люди, отдыхают. Очень приятное такое место. Это лобби. В отеле 6 этажей. Номера на каждом этаже. Есть лифт. Можно подняться на лифте. Здесь у нас крытый бассейн и спа, но сейчас там закрыто. Обзор номера в отеле Prestige Deluxe Аквапарк в Болгарии. Номер на троих у нас. Ну, возможно, может быть здесь двое взрослых, двое маленьких детей. Номер чистый. По всей видимости, прошла реновация. Душевая кабина, унитаз, мне кажется, расположен не очень удобно, тем не менее, полотенце, шкаф-купе. Номер по площади небольшой, но комфортно. Есть сейф, вешалочка, холодильник, чайника нет, телевизор, стол. Двуспальная кровать и раскладной диван уже разложен. Двое детей здесь поместятся, двое взрослых. Вот для балкона столик, два стульчика, сушка для вещей, зеркало. И вот такой балкон. У нас вид на аквапарк. Такой прекрасный вид. Отель только начинает свою работу, поэтому некоторые моменты еще не до конца обустроены. У нас сейчас конец мая, сезон в Болгарии начинается где-то с июля. Но первые туристы в июне. Так, спустившись вниз, мы выходим к бассейну и, собственно говоря, аквапарку. Здесь есть туалет, есть фитнес. Фитнес тоже пока закрыт, там делают небольшую реновацию. Но он небольшой.
бассейн с горками. Они уже работают, но их закрывают на ночь, чтобы люди не купались. И вот так выглядит корпус отеля. То есть вы можете смотреть либо на улицу, либо на бассейн, у вас вид может быть. Дальше, если пройти сюда, здесь будет детская площадка и еще один бассейн. Очень красиво стараются сделать небольшую территорию с детской площадкой и местами для отдыха. Ну, конечно, нужно сейчас много детей в отеле, и постоянно за ними нужно убирать. Детская площадка уже бывшая в употреблении, но я думаю, что сейчас приводят все в порядок. Бассейны вечером вот такой ленточкой перегораживают, чтобы потому что желающих много. Есть такие места для отдыха. Очень зелено вокруг. Птицы, чайки кричат. И вот там Indoor Swimming Hall. Это закрытый бассейн. Но он сейчас не работает, потому что уже работают открытые бассейны. То есть в отеле у нас бассейн с аквапарком. Вот такой бассейн. Ну, я бы сказала, наверное, это релакс-зона. Но здесь рядышком детская площадка, поэтому не уверена насчет релакса. Есть стол для игры в теннис. Территория очень небольшая, здесь ее практически нет, но она ухоженная, и постарались по максимуму разместить на этой небольшой территории и бассейн, и аквапарк, и места для отдыха. Ну, можно сказать, что у бассейна также есть бар. Который сейчас тоже не работает. Сейчас 7 утра, поэтому нет людей. А вообще людей много. Ну вот, как вы видите, сколько лежаков, столько и людей. То есть, мне кажется, вот на первом этаже это ресторан. Вид из ресторана. Также отель Prestige Deluxe соединен с отелем просто Prestige. Я не знаю, насколько можно пользоваться территорией обеих отелей, обоих, двух, двоих, надо погуглить, отелей. Но выход есть, и он сейчас открыт. Мы можем спуститься и увидеть. Это уже отель просто Prestige. Здесь есть площадка спортивная и также детская площадка. Вот отель Prestige Deluxe, он чуть-чуть выше. Через отель Prestige можем пройти к морю. Сверху мы спустились от отеля Prestige Deluxe к отелю Prestige. Я не вижу большой разницы между этими двумя отелями, но, видимо, она есть. Prestige, отель и аквапарк. Здесь тоже есть аквапарк, мы тоже сделаем обзор. И мы можем посмотреть дорогу к морю. Я уже говорила, отель на второй линии. И к морю нужно пройтись. Лежаков своих от отеля у моря нет. Поэтому либо платить за те, которые там стоят, либо брать с собой коврик, зонтик и так далее. Идти к морю не очень далеко. Ну, не знаю, сейчас раннее утро, все едут на работу. А мы снимаем обзор. Вот здесь можно тоже посмотреть, если по этой лестнице подняться туда наверх, вот там Prestige Deluxe наверху. То есть можно
сверху тоже пройтись к морю, либо через отель Престиж. Я не знаю, может быть там, ну, вряд ли закрывают проход через отель Престиж. Мы выходим к морю. Дорога к морю занимает где-то 5-7 минут, в зависимости от того, как быстро вы идете и на какой пляж. У отеля Престиж есть паркинг. Можно за дополнительную плату припарковать свой автомобиль. Вот туда по ступенькам наверх мы выйдем. Это корпус отеля Престиж, а там выше Престиж Делюкс. А мы идем к морю. И весь этот путь можно промотать. Идти совсем недалеко, но учтите, что много ступенек. И к отелю наверх, и сюда к морю. Мы сейчас спускаемся по ступенькам. Поэтому у кого, не знаю, проблемы какие-то, обойти как-то можно, наверное, но нужно делать круг. То есть, если вы не захотите идти по ступенькам, ну, не знаю даже. С большим кругом объехать нужно будет. А так ступеньки, поэтому если с коляской, вот мы выходим на центральную улицу Золотых Песков. Здесь у нас отель Адмирал. Очень красивый, наверное, очень дорогой. И разные магазинчики, кафешки. Ну, все как-то в любом приморском городе. Это пока рано, то никого нету, кроме воробьев. Обмен валют и такси на берегу, понятное дело, невыгодно. То есть, если вы хотите обменять валюту, лучше ехать в Варну. В Варну доехать можно на автобусе, ну, либо на такси. Автобус 909-409. Остановка тут недалеко. Продают экскурсии. Ну, все как в любом городе. Вот отель Адмирал смотрит на море. Такой небольшой сквер с лавочками. Здесь любят сидеть бабушки. Вот чайка. Ну. И вот пляж. Еще раз, у отеля Престиж Делюкс нет своих лежаков на пляже. Вы идете на пляж, либо платите за лежаки. Вот здесь, например, Адмирала мы выходим на их пляж. И удовольствие это не из дешевых. Пляж красивый. Золотые пески действительно золотые. Так. Зонтик, шезлонг, матрас 12-12,3. Ну, это где-то, в общем, сейчас скажу. Больше 10 евро, если вы хотите шезлонг, зонтик, матрас. Но пока людей немного, сезон не начался, особенно с утра. Некоторые люди лежат на шезлонгах бесплатно. Пляж длинный. На данный момент есть места, где можно разместиться. Вы можете лечь ближе к морю, на коврике. Но в самый сезон шезлонгами заставляют все пространство. И нужно понимать, что достаточно сложно будет найти место,
где не будет платных зонтов. Поэтому приходить на пляж нужно будет пораньше. Вот так выглядит береговая линия. Пока никого нет, очень красиво. Днем много людей. Сейчас 7 утра. Вот так отсюда выглядит отель «Адмирал». Я напомню, это «Золотые пески» в Болгарии. Мы с вами посмотрели отель «Престиж Делюкс Аквапарк». Спасибо за то, что смотрите видео. Не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на канал.